Full-time или Part-time авто. Рисунок к статье. 1 марта 2015 года 8.10. Павел Жуков текст-фото-видео. Full-time или Part-time. Выбираем тип полного привода. Наличием полного привода сейчас никого не удивишь. Даже многие компактные, заточенные только под город Красоверы, и те могут похвастаться этой фишкой. Бывает он двух типов, постоянный и подключаемый об их плюсах и минусах и пойдет речь. Постоянный или full-time 4WD таким приводом богаты настоящие, архаичные внедорожники, чье время, к сожалению, постепенно уходят. Это Toyota Land Cruiser под индексами 80, 100 и 105, Land Rover Defender, Chevrolet Niva и некоторые другие. В общем, большинство из этих авто перекочевали уже в разряд легендарных тракторов. Постоянный полный привод характеризуется тем, что крутящим моментом все четыре колеса обеспечены всегда. Так как все колеса ведущие, у автомобиля более стабильная управляемость и какие-либо внешние условия или качество дорожного покрытия роли не играют. До определенной, понятно, границы, после которой авто становится практически неуправляемым. Вообще, в эксплуатации автомобиля с постоянным полным приводом многое зависит от водителя и его опыта. Минусы Full time. вытекают из его же достоинств. Например, авто с четырьмя гребущими колесами оснащается более сложной, минус а значит, более ломучей дорогой, трансмиссией. Да и при езде по обычным дорогам полноприводные автомобили расходуют топливо больше, нежели их купированные собратья. Если авто эксплуатируется в сельской местности, где всего вместо дорог есть лишь направление, пользу от полного привода трудно переоценить. А вот в городских условиях такие динозавры банально не используют свои возможности. Подключаемые вручную или 4WD этот тип привода в обычных условиях задействует либо переднюю, либо заднюю ось, в зависимости от авто. Ведущими все четыре колеса становятся лишь тогда, когда этого требует ситуация. Например, на льду, в грязи или в снегу. При этом в случае привода типа водитель сам определяет нужна ли ему в данный момент помощь еще двух колес, и подключает их вручную. Яркими примерами авто, оснащенных подключаемым полным приводом, являются Suzuki Jimny, Mitsubishi Page Arrow, Nissan Patrol, отечественные УАЗики и так далее. Система ручного 4WD лишена межосевого дифференциала и заточена для преодоления бездорожья на невысокой скорости. К минусам можно отнести и то, что использовать такой тип привода в нормальных условиях допустим летом на сухом асфальте крайне нежелательно во-первых это приводит к снижению управляемости особо это чувствуется при поворотах во-вторых нагрузка на трансмиссию существенно возрастает что может запросто привести к ее поломке автоматический time. 4 wd все большую популярность завоевывает именно автоматический тип подключаемого полного привода по сути, он самостоятельно решает, когда задействовать еще одну ось, а когда ее отрубить. Все отдано на откуп электронике. Таким умным приводом оснащаются большинство кроссоверов, а также некоторые топовые внедорожники. С одной стороны, этот вариант удобен. Не нужно лишний раз заморачиваться, подключать еще пару колес или нет. С другой, минусов и недостатков у этого типа привода тоже хватает. Самый главный из них, то, что подключаемый полный привод, управляемый электронными мозгами, не способен трудиться долгое время. Это обусловлено его техническими особенностями и его основным назначением задействовать четыре колеса только при необходимости, а затем сразу отключить одну ось. Поэтому узлы, составляющие умной трансмиссии, которые руководят передачей крутящего момента на подключаемую ось, не рассчитаны на длительную работу с повышенной нагрузкой. Во многих автоматических системах полного привода используются различные варианты многодисковой муфты. В ней диски сближаются друг с другом при пробуждении еще одной пары колес, и отдают им крутящий момент. Если полный привод задействован долго и всерьез, муфты нагреваются, что может привести к их преждевременной кончине. Поэтому сообразительные электронные помощники самостоятельно переводят авто в монопривод. Это, конечно, хорошо. Муфта спасена от перегрева, электроника довольно проделанной работой. В минусе остается лишь водитель автомобиля, ведь такая отключка может произойти посередине засыпанного снегом поля или утонувшей в грязи проселочной дороги. Единственный плюс, таким способом можно выяснять потенциал своего стального коня, чтобы впредь знать предел его возможностей. Плеяда избранных среди вариантов подключаемого полного привода есть несколько особенных. Например, система Super Select. Она используется на внедорожниках Mitsubishi Page Aero и топовых вариантах пикапа L200. А еще система Multi Mode, живущая в Toyota Hilux Surf и 4 Runner. Они позволяют автомобилю ехать и с одной осью для экономии горючего, и со всеми четырьмя ведущими колесами без каких-либо потерь в управляемости или чрезмерных нагрузок на трансмиссию. К тому же, у них имеется в наличии межосевой дифференциал, который, если того требует ситуация, можно заблокировать. При всех своих плюсах, эти вариации еще более сложны по конструкции, а значит, и дороги в ремонте и обслуживании. Итог по сути, большинство авто, на которых имеется шильдик 4WD, внедорожниками на деле не являются. Это кроссоверы, где за систему полного привода отвечает электроника, и не более того. Да, она поможет на опасном участке, но быстро спасует перед off-road. Поэтому выбор типа полного привода должен отталкиваться от задач, которые ему предстоит решать. Условный Opel Mokka даже S part-time вряд ли принесет много пользы заядлому грибнику, охотнику или рыбаку. А Патриот нецелесообразно использовать только для поездок в городе, на работу или в магазины. Снимок в открытии статьи Land rover .com.